Сергей Нарышкин принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования, попечительский совет которой он возглавляет. Торжественная церемония состоялась в фундаментальной библиотеке МГУ. Вами всегда будет двигать желание служить общему благу. И это желание, по выражению Антона Павловича Чехова, должно непременно быть потребностью души и условием личного счастья. И знаете, самое главное, ничего не бойтесь. Смело идите по жизни, всегда ставьте самые высокие цели и решительно их добивайтесь. Высшая школа государственного администрирования – это специализированный факультет МГУ. Здесь готовят кадры для органов государственной власти, в том числе для высших ее эшелонов. Конечно, благодарю педагогический состав за вот тот уровень, ту планку, которая задана при подготовке у вас. Можете гордиться, более 1000 уже выпускников, около 500 магистров. Для большинства выпускников школы это второе высшее образование. Многие уже точно знают, как используют полученные знания. Я уже работаю как бы в Общероссийском народном фронте, вот, и занимаюсь, собственно, деятельностью, ну, скажем так, близкой очень вот к государственной. Вот, мы все регулярно общаемся с государственными структурами, ну и много делаем, вот, занимаемся, в общем, подобными же вещами, вот, только со стороны общественности. Государственная служба все-таки чуть более ответственна, чем другие профессии, потому что действительно ты на своем посту отвечаешь не только за свою работу и за свою организацию, а твоя организация – это вся страна. По традиции, каждый новый курс получает имя. Нынешний был назван в честь знаменитого реформатора Михаила Спиранского. В школе чтут российские традиции образования. Учебный процесс в том числе должен в центре внимания держать ценности, духовность, убеждения. То, что они привязаны к телефонам, и то, что они не любят книги читать, это проблема. Я им объясняю, что если они не будут брать книгу в руки, они будут информированы, но они не будут образованными, потому что они с этим не пожили. Лекции в школе читает и первый президент Киргизии Аскар Акаев. В этой школе студенты получают прекрасные знания по всему спектру направления, которые, в общем, необходимы для того, чтобы успешно работать на государственной службе. Но что касается требования самые главные, конечно, быть для госслужащего, это прежде всего быть патриотом. Всего дипломы получили 60 выпускников, 15 из них красные, а для двоих, Евгения и Полины Денисенко, окончание школы было связано еще и с личным и очень важным событием в жизни. Ну, на самом деле, с Евгением мы познакомились на этом факультете, и вот буквально за месяц до вручения дипломов мы поженились. После вручения дипломов Сергей Нарышкин и Виктор Садовничи сфотографировались вместе с выпускниками. Служба информации Российского исторического общества.